Катя, Макс, мне нужно убежать по делам. Катя, ты за старшую. Уложи, пожалуйста, Дианку. Я вернусь поздно. Макс, хватит прыгать. Макс, я пойду укладывать Диану спать. А ты не прыгай на моей кровати. Хорошо, Катя старшая, не буду прыгать на твоей кровати. И почему все время Катя остается за старшую? Я тоже уже большой и тоже могу уложить Дианку. Но мама сказала Кате, поэтому я буду прыгать на кровати. Дианочка, мама ушла и будет поздно. Я пришла уложить тебя спать. Давай ложись в кроватку, доедай бутылочку и спи. Ну, Катя, я не хочу спать. Я хочу играть. Диана, но уже поздно, пора спать. Давай ложись в кроватку. Катя, я не хочу спать. Ну, Дианка, не плачь. Давай я прочитаю тебе сказку, и ты сразу уснешь. О, Катя, давай, сказку, сказку. Дианка, слушай. Жили-были старик со старухой, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, непростое золотое, дед бил, бабка била, не разбила. Катя, я знаю эту сказку, давай другую. Хорошо, Дианка, давай другую, но ты ложись в кроватку уже, а то не буду читать. Жила-была девочка Маша, и пошла она как-то в лес, и заблудилась, а увидела там избушка. Зашла она в эту избушку. Катя, она зашла в эту избушку, а там стоял большой стол, поменьше и маленький. Она села на большой стол, потом поела из похлебки большой, потом из средней, потом из маленькой, а потом пришли медведи, а потом Машу выгнали. Эту сказку я тоже знаю. Катя, давай другую. Давай, Дианка, ложись. Тогда спи без сказки. Ты и так все знаешь. Ложись, а я тебя покачаю. Не-а, Катя, я теперь хочу сказку. Сказку, сказку, сказку. Без сказки не усну. Я думала, так просто уложить Дианку. Ага. Сейчас, Дианочка, лежи, не вставай. Посчитай пока овечек. 1, 2, 3. А я быстро туда, обратно и назад. И будет тебе сказочка. Молодец, Дианка, что не вставала. Смотри, жил-был зайчик. У этого зайчика была младшая сестра. И мама зайчиха ушла по делам. И оставила зайчика уложить младшую сестру. Она никак не хотела спать. И тогда зайчик стал прыгать вокруг кроватки и петь ей разные песенки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, спи, спи, спи. Баю-бай, баю-бай, глазки закрывай. А, Катя, давай не так. Смотри, жил-был зайчик, и у него было 3 братика и 4 сестры. И мама зайчиха ушла в лес, чтобы принести что-нибудь покушать, так как зайчики были голодные, и у них совсем не было ничего покушать. Зайчиха ускакала и самого старшего зайчика попросила присмотреть за всеми своими братьями и сестрами. А у него их было так много, что они все по дому разбежались. Дианка, как у тебя хорошо получается придумывать сказки. Так вот, и отправился зайчик везде своих братьев и сестер искать. И под лавку заглянул, и под стол. Там нет, и тут нет. Отправился он дальше, на 2-й этаж. У них дом был 2-этажный. Пошел он по лесенке, пошел. Вот, я и говорю, Катя, тебе нравится моя сказка? Катя! Ой, а Катя уснула. А кому я буду рассказывать свою сказку теперь? Что-то устала я на кровати прыгать. А где же там Катя? Не может Дианка, что ли, уложить? Ха, пойду посмотрю. Оставили за старшим. Ой, если что, сейчас Макс поможет. Я спец в укладывании детей. О, Дианка, не спишь? А где Катя? Диан. Ого, а Катя спит? Дианка, а как это она так уснула? Она же вроде тебя пошла укладывать, а не себе. Я ей просто рассказывала сказку про зайчика. Жил-был зайчик, и у него мама зайчиха убежала в лес за продуктами, а у него было много братиков и сестер. И его оставили за старшего. И братики и сестры все разбежались по дому. А старшему нужно было их всех найти и уложить спать, пока мамы нет дома. И он пошел их всех искать.
уложила, не уложила. И ты не уложишь. Во, Дианка, я принес тебе карусель. Она будет музыку петь и вертеться. Ты на нее смотри. И так закрутится глаза, и ты уснешь. Ой, не знаю, мать. Я и маленькая с этой каруселькой не усыпала. Ну, проверим. Ну что, включаем. Давай, Дианка, спи уже. Макс, а мне страшно одной тут. Дианка, не вставай. Вот на тебе свинку Пеппу, чтобы не страшно было. Давай, Дианка. Баю-баю-баю-бай, ты, Дианка, засыпай. А не то придет волчок и откусит твой бойчок. Ой-ой, Макс, я теперь вообще не усну. Вдруг придет волчок и откусит мой бочок. Я его боюсь. Да, Дианка, это песня такая, никто тебя не укусит. Давай. Здравствуй, Дианочка, я Дедушка Мороз. Ты хочешь подарок на следующий Новый год? Тогда нужно срочно уснуть. Закрывай глазки и спи. Спи, Дианочка, спи. Спи. Дедушка Мороз, дедушка, ты где? Я на следующий Новый год хочу огромную куклу-принцессу. Дедушка! Ой, ну вот, и Макс уснул. Ой, ну что, как у меня тут успехи? Катя? Макс? Они спят. Дианочка, ты зачем уложила брата с сестрой спать? Это вроде они должны были тебя уложить. А Катю я оставляла за старшую. Мама, просто Кате я рассказала сказку, как жил-был один зайчик, и у него было много братиков и сестер. Ну ты ее знаешь, помнишь, я ее тебе рассказывала тогда, когда ты уснула? Вот, а Макс был Дед Морозом. Я у него подарки просила, а смотрю, а он тоже спит. Он мне вот песенку такую включил, под нее, наверное, и уснул. Да, помни, Дианка, я твою сказку, под которую я тоже уснула. Оставила Катя за старшую, а старшей оказалась Дианка. Взяла и всех уложила спать. Ну вот, спи, Дианочка. Самая ты наша старшая. Катя, Макс, спокойной ночи. Пока, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новое видео. Пока-пока. Вот так сегодня Катя и Макс уложили Дианку. Точнее, она их. Пока-пока.